Понимаете? Wait. Please read one. One. Okay. Talk. One. They haven't got umbrellas. Good. То есть they, то тоже вот это читай. They have umbrella. У них есть зонтики, а ты делаешь в отрицании. They haven't got umbrellas. Okay. They haven't got umbrellas. Okay. Two. We haven't got a TV. Good. Three. She hasn't got a cat. Good. Four. Four. You haven't got a parrot. A parrot. A parrot. A parrot. A parrot. Какая птица parrot цветная вся и говорить может? Попугай. Good. Five. Five. He hasn't got a car. Six. Six. We have got bikes. Отрицание как? А. Отрицание? Ну, ты сказал мне, we have got bikes, правильно? Или как ты мне сказал? У нас есть велики. We haven't got bikes. А, значит, я не услышал. Очень здесь тоже понравилось. Очень понравилось. Следующее. Так, пятерка, пятерка с плюсом, четверка с минусом за грамматику. Здесь пятерка. Давай, seven. Что у тебя нет? Seven. I haven't got a mobile. 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 I haven't got a tablet. А, mobile, tablet. Это у тебя что такое tablet? Это... Планно? Планно? Шет. Ну, ты понимаешь, чем планшет отличается от ноутбука? У него нет клавиатуры. Молодец. У него она другая немножко. Она есть, но другая. Что сильнее, планшет, таблет, либо ноутбук? Что посильнее? Помощнее что, таблет? No. Ноутбук сильнее. Ну ладно, все равно ты все неправильно говоришь. Ты ударение какое-то не то делаешь. Repeat. Mobile. Mobile. Tablet. Tablet. Ноутбук. Ноутбук. Окей. Все или еще что-то у тебя, чего-то еще нет? I haven't got a computer. Окей. И I haven't got a balloons. Молодцом, только опять. Давай-ка с ударением. Mobile. Mobile. Tablet. Tablet. Notebook. Notebook. Computer. Computer. Balloons. Balloon. Ну да, поэтому мы и делали с Полиночкой программу, которая называлась «Радио